Несколько дней назад заголовки ведущих российских и мировых СМИ пестрили о том, что компания Takata теперь банкрот. Как писали на портале ABC News, японский производитель автомобильных подушек безопасности и других запчастей Takata подал заявление о банкротстве и о защите от кредиторов в США и Японии. Такие действия дадут компании возможность выпустить и заменить ранее поставленные дефектные подушки, которые, как оказалось, взрываются при определенных погодных условиях и из-за которых погибло не менее 17 человек. Завод по производству рулей, подушек и ремней безопасности был открыт и в Ульяновской области в промышленной зоне Заволжья еще в 2013 году. В связи со сложившейся ситуацией мы спросили у председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина о дальнейшей судьбе завода и его рабочих. Это не скажется никоим образом на непосредственно деятельности ульяновского предприятия. Более того, ульяновское предприятие, европейские предприятия номинированы еще на целый ряд дополнительных проектов, куда они будут поставлять свою продукцию. Как заверил нас Александр Александрович, все рабочие места на территории завода в Ульяновской области будут сохранены. Предприятие будет работать в прежнем режиме, дополнительно только наращивая объемы. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.